have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, а Желтый Маг опять спишь, да? Не так ли? Итак, не так. Тут у нас можно с людьми-то поговорить. Короче, слушайте, ребят, тут такое дело. Во-первых, читаешь комменты, вот нахавался спойлеров. Не читаешь комменты, зачем ты это спрашиваешь, пойди почитай комменты. Хорошо, давайте из тех комментов, которые мне были написаны к первому видео. А по сути, во втором спойлеров практически-то и не было, потому что мне говорили, как пойти получить персонажей. Я все это к черту просрал. И вообще пошел, получил доктора и походил с ним вообще в другом месте. Поэтому я не считаю, что там были какие-то спойлеры. Насчет мелков, да, спасибо, что сказали. Насчет новых механик игры. Блин, разработчики, я вижу, что вы делаете. Смотрите, первая игра нас учит постоянно: чувак, не бей в тело, это бесполезно, не бей в тело, это бесполезно, не бей, не бей, не бей. Бей по ногам, по рукам, ослабляй, замедляй, а вот только потом. Вот, здесь же такая фигнюшка, что вот мы смотрителя убили двумя ударами в тело, и вот коммент, который мне написали, что типа многих монстров, особенно в начале, можно выкинуть двумя ударами в тело. Во-вторых, в первой игре не было параметров времени, но он был, конечно, ты там голодал и всякое такое, вот, но не было такого, что у тебя проходит время, ты сохраняешься, у тебя наступает вечер, ночь, здесь время ограничено, опять же, вот эти круги ритуальные нарисовать, ну, давайте я нарисую, я без понятия, что это делает, давайте пробовать, давайте экспериментировать. И что? То есть он не отреагировал на мой рисунок, отлично. Это офигенно просто. В-третьих, так, я могу лампочку, пожалуйста, подрубить? Наконец-то. Вот. А почему? Так, simple lantern with ornament decoration can be used to throw at enemies. Ага. Я понял. Лампочка, извиняюсь, она у нас для того, чтобы во врагов кидаться, а не для того, чтобы... Это так, хорошо, в-третьих, я себе, да, сделал скриншот карты, она не интерактивная, но, по крайней мере, я хоть немножечко буду видеть, что происходит. Черт, ночью ни черта не видно, это неприятно, это обидно. Скорее всего, ночью будет еще водиться что-то неприятное и что-то обидное. Так, в-четвертых, да, я нашел дровосека, я нашел дом с козлом. Где сраные собаки со сраным бункером? Вы о чем вообще говорите? Ой, блин, ну я ж тут уже обыскиваю. Или это, погодите, после каждого сейва локация обновляется? Эй. Или я что-то туплю? Мне ж кажется, я везде тут уже ходил, все это уже обыскиваю. Или я после этого загружался? Хорошо, допустим. Томат. Я так много копыт нахожу? Зачем? Табак. Дактейп. А это в чем это тогда? И, кстати, вот белая жидкость. Нам сразу говорят, о чем она тут. Не надо алхимию находить. С другой стороны, список трав. Мы без понятия, что они делают. Окей, так. Еда. Meat pie, egg. Паприка. Отравляет. По крайней мере, опять же, пишут об этом. Напрямую, спасибо. Combat Manual мы читали. Библию я не читал, но вы мне сказали, типа, чувак, прибереги до конца. Труба 29. Скальпель. Я же доктора скальпель забрал. 29. А моя шпака 35, по-моему, дает, да? Так, ну и армор. А почему я не могу его? Я уже в нем? Погоди. Нет. А, я могу его одеть. Вот, я понял, как это работает. Аксессуары нечего. В общем, я одел шлем. Ну, супер. Тут я ничего не могу одеть. Офицерский меч. Ну, типа, оно все хуже. Мне бы подлечиться. Ну ладно, сейчас не до этого.
Ребят, я что-то немножечко честно недоумеваю. Где... Ой, могу подобрать лаванду. Сюда мне куда-то наверх, я честно... Типа, обойди лесника, он тебе сейчас не нужен, этого дровосека. Сходи наверх, там собаки с гнилым мясом, и там бункер. Знаете что? Давайте мы сейчас вот так вот пока что сверимся. Это я сейчас иду к леснику. Мне потом на... Ну, то есть, смотри, так я прихожу в Old Town, так я могу прийти... Черт, там дорога в принципе... Нет, погодите, это была ЖД наверх. По ЖД я не могу пойти. Если я пойду вправо, вправо вокруг речки, я прихожу вот в тот правый часть поселок под ЖД-станцией, где как раз доктор, где эти все эти зараженные. Если я иду налево, у меня тут развилка. Налево будет, налево-налево дом лесника, налево-направо вот этот обход вверх. Мне туда, что ли? Ну, давайте попробуем сходить. Я не против. Во-первых, давайте еще сделаем такую штуку. Мы сейчас экспериментируя... А, нет, стой, это не дом лесника. Это... Почему он каждый раз падает при виде меня? Вот тут мы можем еще что-то нарисовать, по-моему. Или мелки одноразовые. Нет, мелки не одноразовые. Ага. Ага, я усилил свою близость с Сильвиан. Я чувствую себя восстановленным. Ой-ой-ой, спасибо. А это меня не сохранило? Жаль. Ну, да, вы там говорили, что это имеет разные эффекты. Ну-ка. Да, прикиньте, меня вылечило. Окей, будем знать. Будем знать. А оно одноразовый эффект имеет? Или я могу прийти еще раз помолиться, Сильвиан? На самом деле, и... Так, это я сейчас... Извиняюсь. Ну-ка. Old Town. А сюда Мейнвуд. Ну, давайте. Давайте вот сюда вот. Или это сюда не настолько сюда. Зеленую травку надо не забывать. Некоторые вещи еще не всегда различаю. Там же. Ну там же нет. Я что-то топлю где-то. Я понимаю, что сейчас ночь, сейчас нифига не видно. Есть какое-то, может быть, место, которое я не вижу? Что-то не очень видное? По-моему, нет. Ладно. Короче, ребят, я понимаю, что постфактум писать комменты все мастаки гораздо, а вот на месте, особенно когда записываешь... Это странно, тут реально... Может там наверху? Пойдемте, если это сейчас... Ну, по идее, вот так вот наверх. Угу. И тут будет направо-налево. А, да. А, пробежать его и пойти в ту сторону? Вот это вы предлагаете? Термина грядет. Да, отстань ты от меня. Так. Айтем. А, погоди. Скилл. Вот, ран. До свидания. А, сюда пробежать. Вот вы про это место? Пардоньте, если... Ну, знаете, короче, что, ребят? Я, наверное, вообще не буду сейчас сожалеть о том, что я делаю. Во-первых, у меня есть сохранение утром, днем и вечером. Это прозвучало как прием лекарств, да? А во-вторых, мы сейчас пробуем, мы сейчас экспериментируем. Это здесь? У нас собаки с гнилым мясом. Да, здесь я еще не был явно. И это... Ага, я понял, где это. Хорошо, пойдем. Каким-то образом это место от меня полностью ускользало. Аж. Ну там же нет прохода по карте. Куда я пошел?
Зачем? Красная трава. Погодите, это я... А, нет, там есть проход по карте. Я туплю это. Это окраины города. А это случайно Old Town? Это не здесь нам потом искать солдатика, да? Ну, да ладно, пофиг. Лавендер. Машина, это машина случайно не та машина, которая мне нужна для перевозки инвалидки? Я на нее даже клацнуть не могу. Ладно, нам пока что явно не сюда. Я понял, где я. Я все-таки хочу к тому бункеру сходить. Вещи сушатся. Сюда, да, сюда подходил. В общем, ребят, будем сейчас тыкаться, мыкаться без каких-либо сожалений. Ой, зачем я это сделал? Потому что, во-первых, у нас есть сохранение. Во-вторых, хочется все это... А, вот и собачки, здравствуйте. А я от них не убегу, да? Ага. По крайней мере, они по очереди. Так, скилл. Чем могу скиллом? Пиротрюк? Ну, давай. А, я могу еще и атаковать ее при этом. Неплохо. Слаблен, а он меня укусил. Он горит. Ага, они еще и зажигаются. 820. Так, хорошо. Обыскать. Свежевать мне их пока что нечем, я так понимаю. Хорошо. Ладно. Собачек нашли. Путь нашли. Неплохо. Меня немножко смущает, что мое следующее сохранение это будет... Start to feel hungry. Try to force open and lock mechanism is burst because of that. Ага, дверь заклинила, потому что кто-то пытался ее открыть насильно. Тяжелые бочки. Опять же, то, что я сейчас сюда пришел, тут сейчас уже может и не быть механика, потому что я сюда пришел под вечер. Мы сейчас все это... методом научного тыка испытываем. Если что, я могу загрузиться там, например, днем еще до похода к доктору или утром даже, и прийти сюда по-быренькому. То есть собак мы видим, что побеждаем даже в одиночку, потому что у нас вот этот вот меч, он получается хороший дэмэдж наносит. Так, бункер. Там прохода нет? Нет. Ну хорошо, поехали. В это твое место то ли его не было в демке, то ли я сюда даже не доходил в демке. Честно говоря, я даже не вспомню, ребят, поправьте меня в комментах. Go down, давайте уже. А тут за мной будут гоняться? Старые газетные вырезки, все, что здесь осталось. Что-то жутенько здесь. Pressure plate, отлично, это мы нашли. Блин. Как почувствовать себя неспокойно? Так, газолиновая канистра. Ну, канистра с бензом, видимо, да, я так понимаю. Pipe wrench нашли. Фонарик для метания, да, я так понимаю. Мел, отлично, еще один мел нашелся. Брумстик, тоже неплохо. Ведро заржавело. Это я кругаля сейчас навернул, да? Угу. Хорошо, пойдем посмотрим в ту сторону. Замочек.
Открыть. Да, попробуем. Угадал. Arm Guards. Погодите. Честно говоря, это, конечно, хорошо. Не то. Да. Нет, это скиллы. Надо все запомнить как-то. Оптимайз. Да, аксессуар докинули. Хорошо. Пила для костей. Три арбалетных болта. Дактейп. Канистрочку надо забрать. Что? Там что-то ходило? Это мое воображение уже ходит за меня. Короче, ребята, я так понимаю, что я сюда пришел довольно поздно. И сюда нужно приходить или днем, или утром для того, чтобы получить инженера. И с ней уже ходить дальше. Ну-ка, там наверху ничего нету. Нет электричества. Кто-то пытался проломиться ко мне сюда. Я не скажу, что я этому рад каким-то образом. Как? Скажите мне, ребят, как они это делают? Как такой простой рисовкой добиться такого отвратительно страшного эффекта? Так к среднему ты подойди. Я понял. Этот вряд ли откроется. Дверь заклинила. Три шиллинга. Дверь заклинила. Я сейчас думаю, я... Заклинила. На меня что-то может вывалиться из этих дверей. А, все больше и больше сейчас прихожу к выводу, что, возможно, я сейчас пойду загружусь утром или днем. Не угадал. Force open. Но я один ее не выломаю. Да, она слишком... Эта дверь слишком крута для меня. Потому что если это мой шанс получить напарника себе стабильного, я не хочу этот шанс упускать. Что? Ага, не получается проверить, что там в этих бочках. Это генер? Да. Мною владевает страх. А, так, погодите. Давайте страх откинем, заодно менталочку себе немножечко поднимем. Самоубийство всегда, всегда хорошая опция. Открыть дверь. Ну не ломись ты ко мне, сволочь. Так, там должен был лифт, по идее, заработать. Только я забыл, где лифт. Я красавчик. О. Причем, по-моему, я потратил одну бочечку газолина, хотя нашел две или три. Что-то такое. А, это вот тут оно ломилось. Ослабел от голода, блин. Фуд, давай... Сушеного мяса можно навернуть. Да, давайте. Не вижу в этом ничего плохого. Черт, я заблудился, потому что я забыл, где лифт.
И еще... Я, блин, ни разу не радуюсь, что сюда что-то пыталось сломиться. Это явно не что-то дружелюбное. Это явно не напарник, которого я ищу. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. А, оно прорвалось сюда. Лифт работает. Go down, ну, допустим. Не знаю, ребят. Жутенько. Ёпара, это оно тут. Зачем? Зачем я побежал за этой девочкой? Зачем я побежал за этой девочкой? Ты кто такой? Дружище, мне явно не надо с тобой драться. А он меня в углу зажал. Скилл. Я тебе голову подожгу. Но он меня, по-моему, просто ваншотнет сейчас. Нет, но долго я не продержусь. Скилл. 13. One ref point. Но у меня же есть один ван... А как это работает тогда, если... У меня же есть рефпоинт. А ты там ожог получить не хочешь, может быть? Ха-ха, промазал. Ну хотя да, он вроде горит, вон. А, хорошо. То, что я терплю поражение, это в принципе понятно. Это что-то, блин, большое и страшное. Давайте мы что с вами сейчас сделаем? Continue, но мы пойдем. Давайте, наверное, вот этот первый сейв. Пропустить интро. Наверное, да. Потому что у меня, в принципе, есть оружие. То есть мне не надо драться с тем чуваком. Просыпайся, червяк, да-да-да. Давайте так, сейчас я немножко нажму на паузу, потом продолжим. Короче, ладно, ребят, я немножко поговорил с ними пока что. Этого я попросил идти пеша. Давайте собираем все подряд. Сейчас попробуем пойти той же самой дорогой через лесника, через всю эту фигню, только, ну, типа, подеремся с собаками. Я понял, в чем прикол, если я не прохожу, ну, я на этот раз, наверное, первый раз за все время скипнул интро, потому что, типа, у меня же есть оружие, но на самом деле это оружие пригодилось бы моему напарнику, которое я отобрал бы у смотрителя, ну, ладно, в любом случае, я же говорю, мы экспериментируем, смотрим, как оно и что, поэтому пока что... Кстати, знаете что? Возможно, стоило бы от собачек откинуться гнилым мясом. Собачки, которые на нас наезжали. Blue Vile. Так, а проход наверх у нас... Ага, вот тут. Хорошо. Это сейчас такой... Ой, смотрите, они мертвы. Будет такое? Ага, вот он приходит такой. А-а-а! Да, смотрите, они мертвы. Так, у меня мелка-то сейчас нету в этом сохранении. Да, это... Это ритуальное, та-та-та-та-та, все нормально, все хорошо. То есть, получается,
мы лишаемся некоторых вещей, но с другой стороны, мы же не лишаемся наших сохранений, поэтому в любой момент мы можем начать именно с того момента, который нам нужно будет. Давайте тогда сейчас вот сюда по мостику. Ой, не по мостику, вот по этой оградке пойдем вокруг. Стой, тут можно зайти? Нет, жаль. Это выглядело так, как будто туда можно зайти. Сейчас этот термин приближается. Знаем. Просто валим от него. Нет. Вот сюда. Отлично. Вроде как в другую локацию они за нами не ходят, если я правильно помню. Дайте я возьму из этой лошади что-нибудь себе на память. Спасибо. Так, мы сейчас Танаку здесь увидим или нет, если... Давайте подойдем, то все равно можно утонуться на окраине морковкой, например, той же самой. Вот. Спасибо. 6 шиллингов. Тут уже эти добропорядочные люди нас подстерегают. Черт. Ладно, собачки, давайте. Я даже от вас убегать не буду. Скилл, давайте поджигаем его. Да ну не жри ты меня, скотина. Харкаются еще какой-то говной. Я отравлен. Я, конечно же, отравлен. И мне нечем лечиться. Я красавчик просто. На этот раз у меня нету White Whale. Ой, какой удачный забег. Ну, давайте. Хилин. Я могу зеленая травка мне не надо. Мне надо синяя. Ну, в смысле, это смешать их не смогу. Пока что. Типа хоть так, но... Она меня будет потихоньку коцать. Сейчас просто, раз уж мы это дошли, давайте посмотрим, будет ли тут сейчас персонаж или нет. Если я могу здесь сразу забрать себе напарника, то я просто загружусь и приду сюда с целым здоровьем. Просто вот вся вот эта игра сейчас, это реально просто эксперименты. Да, вот она. О! Да-да-да, это ты. Ты был также на этом поезде. А ты что сделаешь? Что я сделал? А ты что сделаешь? У поезда движок сломан, я ищу запчасти. Я увидел армейский грузовик и подумал, что тут, возможно, стоит проверить. И получается, что была права. Как насчет того, чтобы зайти и посмотреть, что там? Тебе же должно быть немножечко интересно. Да, давай проверим. Вот так. Вот это дух. Так. О, невероятное место. Я слышал про большие подземные коммуникации возле Прахвеля, но не ожидала этого. О чем? А где такое слышала?
Да, это было в газетах давно. Это касается моей работы, поэтому по понятным причинам я слежу за такими статьями. Ой, ой. Нас так и не представили, не так ли? Я Абелла. Приятно познакомиться. Ты как-то не сказал ни слова, хотя с тобой же много путешествую. Well, sure, I guess. Вот, я соглашаюсь не ходить теперь. Она подавлена. Что у нее есть? Погодите. Из оружия. Pipe wrench с... Так, погоди. Давай-ка Optimize. Это лучшее, что у тебя есть, да? А так 64. В принципе, хорошая вещь. Давайте я тогда загружусь, чтобы меня не отравили. Блин, это, конечно, все не очень, но ладно, как есть. И потом вернемся. Окей, ребят, вот мы вдвоем, и у нас все хорошо. И я могу даже уйти, получается, отсюда вместе с ней. Да, и она пойдет со мной, хорошо. Тогда я в эти подземелья пока что не полезу, я даже предлагаю другое. Сейчас вернуться. Блин, а что я теперь предлагаю-то? Мы можем пойти... А можем, кстати, сейчас реально пойти в этот... Ну, да, я не сохранился пока что. Но мы можем пойти в этот Волт Таун. Мы вдвоем сейчас. В принципе, неплохим уроном обладаем. Гнилое мясо. Давайте попробуем пофайтиться немножко, позачищать. А вдруг получится, знаете. 2 шиллинга. А давай, поехали. В этом говорили по торсу. Давайте просто по торсу лупим его. Да, отлично. С двух ударов они вылетают. Обыскать. Главное не промахиваться, получается, да? О, какая ты красавица. Отлично. То есть 247 урона и 200 с чем-то урона. Они, в принципе... О, ножик нашли. Отлично. Получается, обычных ребят мы выносим довольно бодренько вдвоем. Ферма веников не вяжет? Ферма делает гробы. Красная травка. Иди сюда. Красавец мужчина. Ай! К такому жизнь меня не готовила. А ты что, не склеился? Он капкан поставил? Маленький ключик. Закрыто маленьким ключиком. Погоди, давайте force open. Я не хочу ключ тратить, если получится ее выбить. Получилось, отлично. Ой. Что это вы делаете, вламываясь вот так? Мы сегодня закрыты, завтра возвращайтесь. Извини, дружище. Так грубо. А тут и там разбросаны вещи. А зачем я тогда к нему вломился? Извините. Так, хорошо. Хорошо. Гнилое мясо. Мне немножко прилетело по башке, но в принципе жить можно пока что. Мы минус 3 сделали. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это я знаю.
А, я не хочу к нему идти. Не, ну не надо. У, какой там крестик интересный. В плохом состоянии книги. Замок заклинило. Стеклянные осколки. Белая жидкость у нас. Мука. Кажется, не работает. Black matter, someone actually made this. Кто-то сам делит, приготовил, не выглядит как еда. Там типа что-то вроде пасты. Черную материю, короче, мы берем. Так, а это в прошлый раз не здесь на нас напали? Знаете что, падает 78. Не очень хорошо, не очень плохо. Но я на самом деле могу... У меня есть мелочек, чтобы пойти отличиться. Я могу сделать так. Так, пожалуйста, не мажь. Нормально, минусанули. Обыскиваем. Ржавая труба. Так, тут ничего. А ржавая труба, она будет нам не предпочтительней случайно? Вряд ли, конечно. Да, но все хуже. Короче, разводной ключ, он прям пока что тоже хорошая тема. Я вот, надо будет посмотреть, то, что мы забирали бы у смотрителя, оно было бы лучше, чем разводной ключ или нет? Напишите, пожалуйста. Но если было бы лучше, по-моему, было бы... Ну, то есть по дэмэджу я вижу, что у меня больше урона. Давай так. Ага, спасибо. Отлично. Сходили, открыли. Ну, пойдемте в подвал. Я бы спустился, знаете. Вдвоем так-то оно ходить веселее. Если еще получится как-то дока к себе забрать. О, тут у вас прям весело, я посмотрю. А, газетный этот. Так, хорошо. Ничего не делает. Жаль. Морковка. Это мы отсюда спустились. Так, так, у нас там есть другой проход. Пойдемте туда заглянем. А как бы мне скорость не помешала. Прям вот реально не помешала бы скорость. Вот где мы оказались. Тут у нас... Это место жертвоприношений. Ты чувствуешь, что ты сейчас болеванешь. Пойдем пороемся еще по домам. О, патрончики нашли. Ну-ка. Я помню это место. До свидания. Сюда мы никак не пролазим. О, никак. Я не хочу триггерить у того чувака. Вы мне написали, что это одно из самых сильных того, что здесь водится. Мне оно явно пока не надо. Связываться с чем-то сильным, что здесь водится. Дактейп. Шиллинги. Ага, 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 я понял. Она на меня все-таки напала, да? Нет, скилл... Свалить?
свидания. Наша встреча была ошибкой. Оно просто ушло к себе? Нет, оно не ушло к себе. Но сюда оно уже не идет. Ну, блин, оно ушло со своего места, это плохо. Оно ушло со своего места, и это плохо. Хорошо, предлагаю тогда сейчас на обратном пути наведаться к... А мелочка-то мне не осталась, он одноразовый, да? Наведаться сейчас к вот этому мужичку. Че, мы ему торс выбивать будем? Ай. А, руку потеряла. Черт, это плохо. Она и так одноручным оружием дерется. Она две руки потеряла. Отлично. Торс — это была ошибка. Ну, я понял, что мне придется переигрывать. Переигрывать придется не так уж, ну, относительно много. Да, вот мы его завалили, но она осталась без рук с кровотечением Вот, топор. Может, не надо было с ним сражаться-то? Короче, ладно. Дать морковочку. Но ему на меня пофиг. Хорошо, ребят, давайте тогда сделаем таким образом. На этом месте мы закончим. Я просто буду переигрывать. Я точно пойду еще раз заберу механика. Пойду замочу в городе вот тех вот людей. Там везде все полазию, все облутаю. Потом приду, попробуем мимо него проскочить, сохраниться. В общем, все, что мы сейчас вот это сделали, я этот же круг сделаю. Только постараюсь, чтобы все остались целы. Ну, по крайней мере, все мои остались целы с целыми руками. И с того момента мы уже начнем следующую серию. Можете мне пока что писать в комментах, что мне, наверное, стоит сделать, пока я все это переигрываю. Насчет лесоруба, наверное, надо было... Я вот зря начал ему в торс лупить. Наверное, надо было ему отсекать руки, потому что он более серьезный противник, чем вот эта вот мелюзга, которая там ходит. Нужно было начинать отсекать ему руки. Это была бы с ним стратегия. Наверное, я даже так сделаю. Сейчас, когда загружусь, пойду за механиком. С механиком прямо сейчас вернусь к лесорубу. Ну, не прямо сейчас, а прямо сразу, без похода в город. Попробую справиться с лесорубом. Если с ним у нас все пойдет хорошо, тогда пойду в город, зачищу мелюзгу, похожу там по подвальчикам. Да, да, наверное, сделаем так. А пока что, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.